приятель мой. Помню о тебе, весели в радости, в беде. И не забыть мне не забыть. Давай, ребятки, быстро, быстро! Заждались вас уже? Видишь, немец на поле брызги оказался. Вот вы его стреляете, и быстро домой. С корабля не сходить. Уже все, ни шагу. Кто хоть шаг на землю, все, дезертир. И по закону военного времени тут и ляжет, ясно? Отец, лейтенант, прикурить-то есть? Спасибо, что подбросил. На фронт? Они пускают. По деревням вон еще собирать их. А ты куда? Про мать не знаешь где? Нет. А чего там? Командировка. Залили, можем ехать. Ну, поехали. Да и мы пошли. Орехами. Воин, какая фамилия? Могила. Чувствуется. Нам куда велено? Ромахина. На Чусовой. Чусовую видишь? Не. Село Ромахина видишь? Не. А чё видишь-то? Чащоба. Там дорога какая-то неказистая была, товарищ командир. Угу. Мы с вами оба бачили. То есть у меня уже существенно после операции записывает. Канон записывает. Вот такими буквами. В рот назовем. Точно. Ну, диверсия, согласен? Она. И как все продумал, не развернешься тут. Да. Эй, товарищи командиры, а поможем ты мне вот те лисины отворотить, так я развернусь. Больше ничего не хочешь? Не. А, разрешите пос... Ой, а... Опростаться. Чё? Ну, посикай. Ну, иди. Ну что, будем расстреливать. Как диверсанта в рейде себя. Что? Ты сикай, могила, сикай пока. Заведение в заблуждение. И в Чащобу. Заострим ответственные командировки в село Ромахино. Бойца могилу. Так я ж не знав. Так я ж в службе недавно. Вернем хлопчика могилу. И в могилу. А, чую, играете со мной, так? Играйте. Це забавка такая, да? Забавка. Ладно, верно чуешь.
Но смотри, еще раз угадаешь чущобу, пристрелю. Ну что, Камов, поможем эти хлопчику? А куда деваться? Придется. Требуется. Эх. Да, да. Правильно. Не зря. Правильно все описано. Все сделано правильно. Они здесь сейчас? Да, точно. На работу в селе сбегать. Ночью сбегаем. А пока язык за зубами, ясно? Ясно, понимаю, понимаю. А может, пока в дом хозяйка мигом стол накроет? Боясь могила. Скоро приведешь в милицию. Покажешь хвойну, где есть участковый. Не буду сейчас совета, недалеко, прямо по улице. Пойду пса запру. Да чужих больно лютый. Мать, ну убей пса! Давай, 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 уйди, давай, 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 давай. Прошу в дом. Проходите, проходите. И воды принеси. Еды побольше, чтобы да, упал. Проходите, проходите. Ты заткнешься ты в конце концов. Женя! Ой, вот куда забралась. Упускали с тебя. Че, ревешь, что ли? А где Витя? Слышь, где Витя? Под кустом он спит. Ой, что же его там оставила-то? Змею кака покусает. Воронку ему сделала. Тихо-тихо. Какую воронку? Пометила вокруг него. Как это? Ну как? Как звери помечают? Пописала вокруг куста, хоть мышка, змея. Почуют, уйдут. Кто ж себя так надумал делать-то? Дядя Ваня твой. Он всегда так делает. Не брызгает границы вокруг корзины с малиной и грибами. Даже медведь опасается. Ой. А шесть-то бы чё набрызгать вокруг страны, чтоб не лезли. Так поздно залезли уже. Пошли. Там мать по часовой бегает, тебя ищет. А ты здесь сидишь, рыдаешь. Пошли. Мотает старшину. Или ничего. Выспится, время есть. Да, до ночи, до ночи. Хо-хо, до ночи всем. Спасибо. Хозяйка, дай-ка помоги. Слышь, председатель, молочка на похмелку сделаем, как?
Литр другой молока. С похмелья лучше всякого рассола. Мать, бидон давай. Мало кто знает. Сделаем, сделаем. Сейчас слетаю на ферму. Пей не хочу. Ах ты, вражина, а? На наших? Проходи, проходи, до тебя у людей дело. Старшина падает. Ну, заходи, милиция. Могил, что стоишь? Иди в дом, пошаны. К зиме уже кому-нибудь выродит. Ой, а я слепорыла. Ничего не вижу. Куда же она рожает-то их кок? Еще ж война вон. Да, заметила. Может, ошибаешься. А что же она у нас тогда все время огурцы соленые просит? Засол хороший. Господи, перевела в огурцы. Вот и просит. А еще известку колупает. Зачем? Колупает и все. Колька была беременна, так делала. Сережка и беременна была, так делала. Капкой, Витькой. Организм, видно, требует. Ну, не хватает каких-то компонентов. Компонентов? Угу. Вот и жует. Ну и пусть жует. А ты что переживаешь? Мне вон Бог никак ребенка не дает. Суки, а? Че, пешком не можете? Как, Барри, да? Еще центнер можно вместо вас. Че лежите, а? Че лежите? А ты что смотришь, а? Ты что смотришь, а? Танюшки, еще раз увижу. Вторую ногу вру. Всем твоим ручьем поворываю. Сука. Тварь. Ну что, Михалыч, вилы дать? Поможешь. Вот иди и не бякай. Женька, ты чего умотала-то? И видел мне тебя по селу рыскать? Спит? Передохнуть-то, девки, дайте маленько. Прямо работалась. Ну, пауты нас не покусали? Не вроде. Мам, можно мне искупнуться, сбегать? Я быстро только кунусь. И кур, думаю, гони, опять во враг умотали. Ладно! А часовая-то какая сегодня? Красивая. Гляньте, как сверкается. Ну, прям слепит. Суки, вы вредители. Чего чудили-то, а? Что ж, что-то, а? Ничего, ничего, Жора, сейчас наладим. Сейчас. Сейчас. Помогу. Приходуем тёлку твою. Наша будет, наша. Готовь, Илду. Готовь, мальчик. Ты чего это? Помогите! Да где ж вы, сволочи, а? Нюр, а ты чего, опять беременна? Нюрк. Заметно, да. Ой, вы что, с ума с Михаилом сошли?
Ты куда их ружаешь-то? На засол. Война во все разыгрывается, они детей клепают. Говорят, кончится скоро. Ой, ой, ты посмотри на нее. Это кто ж говорит-то? Через полгода сам большой кончится, видите. Ей поди сам Сталин с Гитлером полгода нагарантировали, да, Нюр? Я что, нарочно, что ли? Чего вы как эти набросились-то? Я что, не переживай, думайте. Санька, может, не докатится у нас война то. Петра! Господи, Кубарев! Ой, девки, гляньте, это Жорка за ним гонится. Мужики наши, поглядите. Да не ури ты, не дай бог сюда завернет. Давай, давай, дети! Бык-то вроде смирный, никогда ни за кем не гонялся. Да председатель не любит. Коль, вы ж такого придурка, уж и скотина в нем разобралась. Ну, и Петр каждый с ним цапает, а на ножах живут. Мам! Мам! Жорка с фермы сбежал. Так, ну-ка, ну-ка, на Витьку и дома бегите, а мы у Нюры мужиков подождем. Ой-ё. Чё понаделали-то, а? Чё извалялись-то? О, Капка, чего за ними не следишь? Чего не командуешь ты ими? А ой, сама-то посмотри. Ну-ка, в корыто хворь голопузая. На! Ну что, милиция? Не выпил со мной? Я ж тебя просил. А ты не выпил. Не могу, на службе. Не можешь или не хочешь? Ладно. Запомнил? В 3 часа ночи здесь как штык. Ясно? Ясно. На автобус сами в город. Сопровождающим. Ваш товарищ там в огороде, в ответ спит. Иди, сами справимся. Ну что, боец могила, вытащим товарища с поля боя. Управились? Арестовали Жору. Сдали мы с Петьки товарища. Увели его под конвоем. Вот здесь, посмотрите. Кто повел-то? Дзюба. А председатель-то где? Жорку топил. Загнал в реку по самой брови. Тот захлебнулся. Кубарь-то. Петру, дай закурить. Ой, все оцарело. Ты что такой мокрый-то? Труп из реки вытаскивал. Захлебнулся, Губарев. Да? Новую профессию теперь осваивает. Рыбий пастух. Иди твою. Такие дела не рук. Магадан Жорке светит. Может, расстреляют. Господи, ты как дитя малое у нас, симулируешь, а? А я ты чё, Нюр? Я поверила! А чё Жорка взбеленился? Вроде никогда никого не трогал. Лезть не надо, куда не просят. Фартук председатель хотел снять. Какой фартук? С кого снять? Быка с кожей. Он что, в фартуке что ли ходил? Ну, стадо, кто же его без фартука-то пустит? Елдотер, Соня, называется. Из брезента. Ну что, никогда быка в фартуке не видела? Нет. В деревне выросла и не видела. Да зачем ему? Молчи, Петро, молчи, я сам. Поясняю. Только матом не крой. Не буду. Другим покроешь. Тихо! Сонька, дай свой фартук. Дай-ка. Ну, смотри.
Сань, помоги. Я бык, ну помоги. Что ж мне на Нюрке показывать, что ж, давай. Так, я бык. Что делать? Сашка, ты пеструха моя. Стой здесь, посмеемся хоть. Ну, что делать? Я Жора. Что тут меня? Саня, мы сейчас с тобой группа рогатый скот. Он по-нашему не умеет. Ой, мешай что-то. Ой, я ничего не чувствую. Так я жарко тебе? Ты же не присел. Так я не Жора. Так и снимай его к чертовой матери. Чем я его окопыгаю, что ли? Сука, Соня, я свободный, я ничего. Возвращаемся в людское обличье. Сонь, глянь, там нет никого. О, Господи. А ну, брысь, вот я вам. Ой, не к добру. А что? А что губы развязывать начал? Как раз в этот самый момент. А что на первый помер, придурок? Я с гостями гулял. Из города с Молотова приехали. За молоком пришел отпаивать после пьянки. Какие-то военные. Где вас на войну забирать, а, Вань? А черт кто знает. Развели какую-то холеру. Вон из ДИВИ. Почти всех забрали. А из нашего Ромахина и с Васильевских никого. Как забыли. Ну, глухомань. Пока доберутся. Лес весь сгоним и заберут. Там лес что? На один перегон остался. Кому-то сплавлять надо? Ну, вот сплавим и пойдем. Недели раньше, недели позже. Господи. Что делать, мамочка моя, что делать? Ладно, ладно, день до наш. Вы баню сготовили? Пойдем поглядим. Нюр, Мирчева, позови, с мужиками попариться. Да я сама с ним пойду. С одной ногой ему тяжело. Мужики что, не помогут? А время потеряем. Ждать, пока вы наплескаетесь вдвоем. Наплескались уж. Нюр, у нас опять беременна. О! Нюрок, да опять. Нюр, самогонки притащишь? Сколько? Пить сколько? Пять человек. А Мишка? Три бабы, три мужика, шесть. Ну, литр. Принесу я литр. Откачали губаря? Откачали! Давай, Миш, собирайся, баньку вступили, попаримся, посидим. Да я не. Так Нюрка там уже? Да она пускай идет, конечно. Давай, давай, Миш, давай с нами. Да не, у председателя проверяющие вон какие-то, мало ли что. Аня вон помоется с вами. Во как! Вся родова мыться будет, а ты как этот, губаря дежуришь. Я не. С детишками посижу, мало ли чего. Ну это, вам помыться, попариться. Пару хорошего, отдыхайте. Ну, пошли. К нам заглянем. Покажи чего. Красота-то какая. Нормально. Завтра дрессую и поможешь навесить. Я обмою это дело. Знаете, сколько у меня своими завтраками кормит? Все узоры сочиняет, выкомаривается. Изобретатель. На, неси. А барыней пойду. Соня, пойдем. Ага, пошли. Барю боясь. Напьемся. Давайте, пошли. Садись. Ну, проходите. Вот. Опять не солнышко, я ее слышу. Маленькая русалка. Далеко, далеко в открытом море
вода такая синяя, как листья прекраснейших васильков. Папу. И такая прозрачная, как чистейшее стекло. Но она очень глубока, глубже, чем море. Дома? Нет, он в бане моется. С кем? С дядей Ваней. Краснощековым? Да. Они по второму разу пошли позвать. Пусть парится. Пойду позже. А вы папу хотите на войну забрать, да? Матери не говори, что был. Отцу скажи. Зайду. Наконец-то. Ну вы что, мужики? Папа, а вы? Женька, смотри. Ладно, не буду. А что не буду? Ругать не буду, без толки. Ой, Вань, ну что, на третью ходку вот сложимся, а? Куда? Куда? Помрете. Идите полежите лучше. Ну, тогда внутренний жар подержать. Ты это куда? Поправить надо, стерлась малость. Ну, сиди, художник. Помылся только. Сейчас красками весь уделаешься. Дитя малое. Дом все изрисовал. Тут тоже спокойно людям жить не даешь. Сиди. А мне нравится. Оно так веселее. Мне нравится. Давайте, защищайте его. Он и рад стараться. Ладно, потом. Спит? Не, в газету играет. Батя ему как-то газету сунул. О, радость-то была. Лучшие игрушки. Шуршит, комка, шлеп по ней. Писается, обхизается. И горе оно огнем. Пока все не истеребит на мелкие кусочки, мелкие-мелкие, без внимания. Писателем заделается или этим какого корреспондентом. Давайте, за детишек. И чтоб никого не забирали, чтобы война скорее кончилась. Ты что разговорилась? Спать хочешь, пойдешь? Нет. Взрослые разговаривают, не лезь. А то быстро на лежанку. Я больше не буду. Сиди и молчи, ешь лучше. За детишек, за Витьку, за Женю, за Юриных чертенят. Ха, хулиганы. Зря твой Мишка не пришел. Во, выливание какое получилось. Это из-за Губарева он. Ну, при чем здесь Губарь-то? Убаивается Мишкева. Трусовать-то на тебе не. Точно. Он у тебя сейчас кто? Начальник конюшни, правильно? А как Губарь узнает, что он с Петькой, с рогом своим якшается, в бане парится, все. Неси на воз, крути хвосты. Он же злопамятный, падла, Губарь-то. Но. Перед начальством городским жопу дерет. Вот Мишка осторожничает. Постой, Нёр. Я что, не туда загреб? Да вот бы не туда. Я вот сестра их. Вот. Старшая. Соньку с Сашкой. Жон, кто маму растем? Забыли? Ты, Иван Демьянович, умный. Теперь ты, Петр, тоже языкастый. А как папку на германскую убила. Маме сказали, она сразу упала. Умерла сразу. Миша ко мне с гражданской пришел, когда мы от нее остались.
Это 6, а ты 8. Мне 15. Что делать? Что жрать? Ни на что не надеялась. Сдохнуть надеялась. А Миша, хоть он и с культёй, все по-другому. Вырастил, на ноги подставил, никого не убежал. Юрок! Юра! Да подожди ты! Юрок! Без него все трое загнулись. И сейчас вон дома четверо малых сидят. Пятый в животе. Все есть просят. Так Миша мой, ни перед кем он жопу не драл. Юра, прокупорю я. Юра! Юра, да прости, лучше Юра! Плохого сделал из вас. Ну, звездание меня, звездание по-настоящему. Знаете, что я вам скажу? Говори, Юра. Обижать будете моего Мишку и слова ваши Юра. Поганые. Придушу, если будете Мишу обижать. Придушу. Погонь такой к чертовой матери, и тебя пришибу, и тебя, Иван, пришибу. Анна Алексеевна, прости, потерял меру, зараза, не сердись. Юра, смотри сюда, не простишь, не только чертану себя. Ты меня сдашь, Юра? Я его сейчас с махом-то, мне с подручей-то, стой, Петька, я сейчас тебя. Он уже Лебезиру с председателем-то так, ну, Лебезиру. О, суки такие. Убедили нашу Нюру. Эй! Выходите из-за угла. Прощается вам. Ну чё? За мир на всей планете. Нюрк, Соня, Сань. Давайте. За доброе тушение. Тебе нельзя, ты чё? Ну, я так, для вкуса, на язык. А спать не пора? Ну, мам. Ага, взрослые лаются, она и уши развесила. Иди к Витьке. Ну, за мир, значит. Ну, чё, и нам-то пора. Чё без закуски-то? Иди. Свиной надо как-то управляться. Что делать? Ну, родину беру. Родину защищать. Пора. Что сидеть-то? Правда пить? Я самогон сейчас ищу. Хватит, хватит, хватит. Не пьяните же. Сань, Вань, спойте лучше. Давно не пили. Вань, это про туманы. Мальчонку не запугаем? Да не, он любит. Мам, можно я песню послушаю? Вот что съедилось, а? Доча, иди ко мне. Послушай, сразу спать. Угу. Крыни.
туман долиною. Вань, не наши бегают? Тоська. Сейчас Катька. Надоиться просят. Давайте, ребята, допивайте остатки, пора идти. Ну, а что, посидели пищу? Поза надрываются, слышишь? Доить надо. Тогда за вас, бабой. Лучше вас на свете нет. Шайки-то в бане забыли. И Нюриную нашу. Бегай, принеси. Чего, ёбка моя? И мне проветриться не мешат. Ты что? Ёлки-палки, прицелился. Хорошо, милицию встречаешь. Я... Ну, что ты? Радио дома нет, решил вас послушать. Как? Что? Радио понравилось? Заслушался. Чуть под твою брызгалку не попал. С краснощеком гуляешь? С ним. Закуришь? Давай. Теперь ты оправься, не терпи. Схотелось. О, Пася, здоров. Кирилл Сальбертович. Женька сказал, был ты убежал, чего? Мол, попариться? Некогда. Просто никогда так, давай. Что, давай? Я почем знаю, ты же, наверное, с повесткой или как, правильно видеть? Ну, если на фронт повестка, че еще? Мы же было думали, забыли про нас. На арест не повестки, ордера выписывают. Какой арест? А на фронт куда? Приехали за вами из органов. Госуправление безопасности. Ясно? Из органов губисты, понятно. А где они? У председателя догуливают. Три ночи за тобой, потом Краснощеку. Пойдем. Ко мне. Уходите. Чтоб не видел никто. Бумагу, что ли, накатал? Бумагу и не одну. Кто? Не ясно, кто? Губарь. В чем обвиняю? Разное. Жучок в муке, 6 мешков было. Вот Катя, да он же сам всю березу из мешков повыкинул. Какую березу? Да. Светки обшкуренные. Там жучка у нее. Если а это кто? Председатель. Светки из мешков выкинул. Еще раз наружу положили для весу. С фермы весной зачем прогнали? Так не зачем. Били зачем? Куда ярко трусы полез, глядеть на него. Да не били мы его. Так за шкирку взяли, ловили с территории и все. Вот вам вредительство. Потом заговор против местной советской власти. До Молдова доберетесь, 7 утра и шел с добровольцами и уходит, поспеете. На веслах. А что? Вдвоем вниз по течению, без остановки. До криминал. Ну и ладно. Женам скажите, пусть не врут. Мол, на фронт все время рвались, вот и убежали. Рима Сальвертович. Прощаться, провожать к реке, не вздумайте. У меня уже язва, не пьешь. Спасибо. О, ну ты глянь на них. Пока до последней капли не выпьют, не успокоятся. Пошли. Ну так чего? В 11 у твоей лодки. В 11 буду. Документы не забудь. Ну? Серый, иди сюда. Смотри тут. Соня! Сонь! Чё ты пить, чё? Иди сюда. Все.
затянули все-таки. Ничего. В самый раз. Сколько там на охоте кто? Не вижу. О, ты что? Че у тебя никак не кончается эта слеза-то? Целый час ревешь, а не кончается. Родник у тебя там, что ли, или другой какой источник забил? Где воды? Столько берешь. Про Соню сказала, не к добру смеялись. А так как мама все чует, целый день веселились-то. Не к добру. Шур, пол одиннадцатого. Полчаса еще, а, Шур? А дорога? Да что там, 5 минут до реки спуститься, а, Шур? Не снимаю уж рубаху-то. Вань, а мешок-то не дособирали. Ты, комарок. Одевайся быстрей. Успею. Кружку не забыть. Теперь уже после войны. Вы давайте побыстрее там, не точитесь, не лясы. Мол, некогда нам. Мол, жены вон ждут, недотоптанные. Да, так разохотились, да? Губари, пристрелю, гад. Не дал толком проститься, сука. Не, не надо. Лучше Жору на него спустите. А ну-ка, забудай-ка его Жора за наших. Сань, 3 минуты туда, 3 сюда. Чё ты, Сань? Где не надо, не высовывайтесь с Петей. Конечно. Чё вы, дураки? Справимся, Саня. По-умному-то, по-быстрому. Соскучиться не успеете. Учти, не вернешься. Позволишь, чего страшного со мной? Я сразу за тобой с обрыва в часовую. Понял? Понял. Ёк-ка-ворок. Ну-ка. Вот и учти. Ну, Саня Алексеевна, держись. Учти. Учту. Разрешите идти и громить фашиста этого долбанного. Давай, Иван Демьянович. Я скоро. Пришли. Это Гока, крестную Серый так встречает. Полает, Вера не-то узнала. Не лаяла вроде я. Еще не лаяла, но скоро начну.
Еще и покусаю кого-нибудь. Или чертовой матери загрузу. Папа сказал ей не врать, она и сказать хочет, что на охоту они ушли. Или на рыбалку. Время как сама сошла. Иди время на засов, закрой надо. Дверь. Закрой. Пусть они ломятся. Ломятся, вот и потянем время. А дверь сломают. Ничего, починим. Врать-то хуже, юлить-то хуже. Куда она в обморок упала? Чуть не рветьку отнесла, папа ушел и упала. Ты что, Соня, держись. Ты держись-то, Соня. Держись, попей чего-нибудь. Забыла. Забыла. Чекушку, батя, забыла. В корман положила и забыла. Хоть беги догоняй. Манюш, диви давно. Подожди, папа. Уж лесовузе поди, в город катят. 4 часа прошло. Она брякнется у нас сейчас здесь. Давай скорее стакан и хлебушка маленько. Соня, ты чего здесь у нас сейчас? Прям рухнешь на наших глазах? Соня. За мужей наших, чтоб вернулись живые, здоровые. Чтоб не раненые. Если раненые, то не сильно. Вообще никак. Ближе никак. И чтоб быстрее завершилось. Полегчало? Что? Не пухает сердце-то. Да нет, вроде бы. Похмелело даже. Эй, хозяева! Уберите. Вы что там, огонь? Пусть идут. Пусть. Словно все на фронт ушли. А как у вас холера по ночам-то носит? Выпьем, Софья Алексеевна, за наших мужей. Пристрелите вы еще! Думакара! Думатарина! Думакара! Думатарина! Че, сына потеряла? Да ведь кто-то вообще куда-то, полдня голодные бегают. У нас они не переживают. Капка их драников накормила, и он за щавелем ночи пошла нарвать. Ох, забавно у тебя парнишка получился. Он тебя не скажет. Да че, я при ее не удивлюсь, молчу. Моя то капка шахурит помаленьку. Котует у ей под окна. Ой, котуют. Ничего не сделаешь. В дивью, как птица на танце мухат. 12 километров туда, 12 обратно. Молку было. Ой, не нравится ей наш Ромахинский. Вот и летает туда-сюда. Сотнер, вы уж мои домой гоните. Здравствуйте. Вот, Женя, Вик второго соорудил. А чего это? Самокат. Хотел раньше. Здорово. Подшипников не было. Говорят, я боевая, где как не останусь. Ох, и горюшка тому, которому достанусь. Ты чего гуляешь? Елочки, сосеночки, иголочки, колючие. И у нас в Ромахине. Сань, ты что, подвыпил, что ли? Дядя Рима, немножко захрапайся. О, хороший. Вместе с Римусом. Жить намылились. Куда говоришь, намылились? Вместе, говорю, жить намылились. Решились. Александра, стол накрыла. Пойдемте, посидим. А, как же. А вот так же, Женюшка. За всю войну. Ни вот такого письмеца, ни вот такусенького. Ни похоронки, ни что без вести. А и после войны уже 5 годов пролетело. А куда он подевался, кто не скажет? А если погиб, лежит где-нибудь. Так я же не знаю. Ну, ты же не знаешь. Кабы знала, ты бы... Да, кабы знала, ведала, да на войну бы сбегала. Я-то ладно, я переживу. А ему чего страдать? Ему тяжело и обидно. Я ж понимаю. Говорила я тебе, Женя судит. Говорила?
Осуждаешь, Жень? Я осуждаю. Да вы что, рехнулись? Я же молиться на тебя, дядя Римус, готова. Ленька, моя Настенька, мне... Саша, дай меня запекла. Пойдем. Ну, такой праздник отметить надо. Я только переоденусь. Да, только я недолго, не вся пошли. Нарядная. Вот только припрещившимся у Женьки. А все. Ты как пионер сегодня. Ага. Всегда готов. Ну, он как Леня, вот этот, который, когда, вот, когда в бане-то... Голик. Вот, скрести. О, Голиков. Голик. Во-во-во, Голиков. Во-во. Мне этим сердечком. Ага. Покрасивше. Давай. Ты теперь у нас, Тетнер, не Леонид Гальков. А ну-ка покажись. Ты у нас целая, о, Любовь Орлова. Гоки, вот так делай. А теперь вот так. Отлично. Самогон твой, Юр, всю войну. Гонишь, аль бросила? Не гоняла, 7 лет. Чего? Его. Материалу не было. Позавчера, как знала, сварила первый раз. Как чувствовала, что придешь. Идите в дом. Проходи. Проходи скорее. Работает в Перми, мутовили его как? Санитаркой. За встречу. Ой, закусить. Чего не домой сразу? По привычке. По партизанским городам. Разведку сделать, как, что, кто, где. Саня, поди, сердится. Где он? Дома нас ждет. О, дядь Вань. Ну, так получилось. Что поделать-то? Давай за ней сбегу. Не надо. Хочу поглядеть на нее. Стороны. Интересно, какая стала? Пол войны в партизанах. Привык сюрпризм-то. Выскочишь, испугаешь. Ну, чем? Я осторожно. Знаешь, как немца трясло от сюрпризов наших. Мы не немцы. Схожу, дядя Вань, нехорошо, я быстро. Погоди, погоди, ты сядь. Вдохнуть дай. Душа-то такой. Куда я теперь денусь? Никуда, все. Докурю по-человечески и пойду за, на заработки. Заработаю, однако, если пустят. Пустят. Подоткнусь.
твои-то как? Петр, мать. Папу убили. В братской могиле. Золотыми буквами. Рудаков Петр Петрович. Деревня Терновка. Не слыхал? Нет. Он писал, что вас разделили. Ага, развели. В 43-м под Сталинградом Веронка пришла, нам сразу плохо стало. Пала и умерла, как бабушка. Разрыв сердца, ага. Дом, как мама, упала и все. Миша мой повесился, Вань. Зимой. В каком? Тоже 43-м декабря. С конюшни убрал его этот. Заголодали совсем. От переживания рука у него правая отнялась. Лес пошел, давился. Губарь, где сейчас? Лесосплав к нам пришел, а кто-то штабель в Прёвинск со гора погнал, часовую. Ну или трос в связке лопнул. В общем, всего перемололо. Весело сплошнее. Я у тебя допью. Ваня. На лесосплаве работала? Я, и Колка, и тетя Нюра все работали. Нюр, дай пять. Соню. За Петра. За Михаила. Трофеева привел с вам. Подписал, что кому. Анна, держи. Софья. Жень, тебе оба. А это дядя. Нюш, тебе самое большое на всю Раву. Шаровары, юбки, шмубки. Это что? А это, Жень, капиньюар называется. На ночь вместо рубахи надевать. Да вы что, дядя Ваня, это срамота какая. Да я околею шнем. А ты топишь шибче. Господи. Теперь штанов-то поношью. Строчи, Нюр, строчи. Красота. Самые модные на деревне будете. Дочки маленькая. Дядя Вань, я ведь выросла. Немецкая, да? Не, итальянская. А это хорошо. Да как хорошо-то. Ну как? Тетя Нюра, твоя хороша. Но на свадьбу в ней пойду. Какую свадьбу? Да, Капитолине, наверное. Год-два и замуж пора. Вымахала девка. Но. А я ей вот эту кофточку и подарю. Мне все равно маленькая. Вон какая красивая. Держи, тетя Нюр. Нет, я сама ей. Вы куда запропастились? Здрасте. Рыба стынет, картошка стынет. Ну вы чего? Римас меня все затуркал. Где они, где они? Здравствуй, Саня. Здрасте, Иван Дементьевич. Я говорю, жених извелся. А вы тут сельмак чуль новый открываете? Подарки. Так, Иван привез? Привез, Бога. Так идет или нет? Да. Сколько ждать можно? Как? Дядь Ваня. Так это же Иван, Сань. Ты его куда? А я почем знаю. Где был, пусть туда и идет. Тихо, что, Сань?
по России таскался? Да пусть потаскается еще. А мне некогда. Меня жених ждет. Вы идете? Какой жених? Примас Альбертович. Отец жених твой? Подожди, дед мой. А как мы всю войну дрожали, знаешь? С голоду загибались. Задрожал. А что дрожишь-то? А? Раньше надо было. Воевал, поди. Так ни одного ж письма за всю войну. Ну что ты? Дед, не мог я! Не мог! А после войны 5 лет? Поглядите на него, девки. Объявился. Санька! Саня, стой! Я тебе... Ой-ой-ой, Ваня Грозный! Я скажу тебе! Грозный какой, глядите! Сейчас пришибем! Дядь Ваня, подожди! Сыну! Дядь Ваня, подожди! Он хороший батя стал, ну не со зла он! Ну, сыну! Давай, давай, поубивай нас всех за то, что выжили, а человек нас от голодухи, от холодов! Добрый батя, да! Добрый! Я нарисовался, артист, здрасте вам! Плохой я! Плохой! Хороший, только хороший! Откуда ты такой взялся? Девки, откуда же он взялся? Нарисовался! Увидели меня! Ваня! Я ей глаза хочу! Ваня! Ваня! Гляди! Ваня! Если кто вам глядит! А если не Римас, ты бы сейчас цветочки нам на кладбище дадешь! Ой! Пустинер, больно же. Дядь Вань, ты куда? Прости, пожалуйста. Надо жить, конечно. Дядя, ты сядь. Пойду ревизию сделаю и пойду. Ну, погоди, погоди, давай лучше я тебя с сыном познакомлю. Я ведь сыночка родила, дядь Ваня, 4 годика. Муж на Дальний Восток завертывался. Ну, все, ты сядь, садись, расскажу. Вызова ждем, садись. Комнату получим и поедем к нему. Дядь Вань, ты сядь. Сяду, вот пойду на ангела погляжу вашего и сяду. Долго сидеть буду. А знаешь, как назвали? Что? Сына Володи назвали. Почему? А чтобы умный был, как Ленин. Ну что, умный был? Ну а что, дурак, что ли? Я не знаю, я с ним не встречался. Евгения, пусти. Пошел. Пусть идет. Вот сука. Как они у вас там друг друга голову не пошибают. Иван сильнее. И он победит. Побежим тебя, тетя Нюрка, помешаем. Поехала рук? Не могу. Сейчас трясутся. О, как ты чувствовала. Надо бежать, а нечем. На себе тащите. Где его черта 5 лет носила? Заявился. Шляпа, галстук, футанут, перданутый. Пошел? И иди себе. Он пошел. Ну, пойдемте. В погоню. Держите меня, не отпускайте. Ага. Я сейчас по дороге разбегусь и налажусь. Там война кончилась, а у нас своя началась. Между зубами.
Саня, Саша, ты? Соль принесла, я нашу нашел. На окне. За занавеской оказалось. Что они там? Наряжаются? Зачем? Посидели бы просто без затей. О, Саша, смотри, втянешься, курю, дело такое. Ты когда курила? Когда Соню с Петром закурила? Михаил, два. Женю на перекате из-под бревен вытащили. Три. День Победы. Четыре. Сегодня пять. Вроде ничего страшного. Давно вы с ней? Саня, не вини. Чиста она перед тобой. С возвращением. У тебя же язва. Война вылечила. Куча была. А когда вы с Петром сбежали? Какое-нибудь дело у нас было? Ой, Малин, было дело. А так кому нужно? На курорт же сбежали. Вот. Рукой махнули. Губарев мстить начал и Софье, и Нюре, и Саше. Всем досталось. Михаил из конюшни выгнал. Про него знаешь? Председателя Нюру грохала. Первое время я вместо него. Анну отправил. На лесозаготовки в тайгу на месте. Ну чё? Чё? Обошлось. Пропадал. Глупо, как это все вышло. Прямо с колеса в плен. Эшелоны же разбомбили, а тут немцы наступление пошли. Я за линией фронта оказался. В лесу один немцы сапали. Бежал. Два года в партизанах. Потом соединились действующие до Берлина. А потом... Ленобо. Одиннадцать дней. Выпьем.
сбежал. Конвоир загрыз. Как загрыз? Зубами. Меня на центральную усадьбу повезли на расстрел. Хотели показатели устроить. Солдатик их повез. Он мне сразу несуразным каким-то показался. Вожами пощелкивает, что-то свое немецкое насвист. Да насвистался, дурак. Один, конвоир. Так а что, кто я такой? Да еще связанный. А у него автомат еще. Вот телегу меня положили. Неправильно. Закинули. Надо было не ногами вперед, как покойника. Поторопились они тут. А головой конью, головой по ходу движения. Давай покажу. Сейчас поймешь. Подожди. Подожди меня. Зачем? Не хочу. Где женщина-то? Я там шумнул немного. Сейчас придут. Бежи давай. Натурально, чтоб понял. А то, видать, тоже не веришь. Хорошо. Вот так. Крепко. Ты меня не жалей. Я тебя жалеть не буду. Все. Крепко. Ноги вяжи. Ноги не буду. Ну-ка, глянь там. Не порушено ничего. Да не вижу, где они. Сюда идите, здесь. Давай, давай, давай. Подожди, подожди, дай мне. Ань, давай. Держись. Ой, господи. Что ты за занавески понавесил? Не видно ничего. Так для того и вешала. О, господи, что же они надумали-то? Хорошо. Так, ладно. Мы в телеге. Садись-ка без спиной. Будто ты на ужах, а? Поехала телега. В телеге мы. Настроение у тебя замечательное. На расстрел же везешь, врага же везешь. Ты мне не враг. А что, друг? Что ж ты, друг, жену вкрадываешь? А? И дальше. Дальше. Лес вокруг, и птички поверху свистят. Свистеть не буду. А что, не умеешь? Не буду. Ну тогда качайся. Мотай же нас, мотай туда-сюда, туда-сюда. Ты уж делай что-нибудь, показывай. Ерундой занимаешься. А, ерундой. В борьбе за жизнь свою готовлюсь. Долго готовишься. Да? Это правда. Ну, на. Ты что, дурак, что ли? Ты куда? Ты... Пусти! Шутили мы, вы какие-то. Какие мы? Ну, друг за друг-то не бросаемся. Не грызем же, ну. Ну, я же за рубаху, я же не за горло. За рубаху показать хотел. Показать. Кого показать, дядя Вань? Зверь чёрт какого? Как из плена он бежал. Как немцев за горло. Немцев он загрыз. Я просил показать как. За горло? Дядя Вань, господи. Ты что, в плену был? Немножко, да. А ну, сядь. Садись, садись. Садись, Иван Демьянович. Сел? Теперь знаешь что? Что? Рассказывай. Где был, что видел, что делал все это время, все эти годы. Саша, Иван партизанил, воевал на свободе. Альберт, подожди. Ты тоже тут с варьем и бандюками не в карты играл. Не знали каждый раз тебя ждать, убитого или живого. Хорошо, хрен с ней с войной. Там всякое могло быть.
Зачеркивай ее, хрен с ней. Вот после войны. Вот как на духу можешь? Врать, петлять начнешь, все почувствуй сразу. Или будешь врать, так ври так, чтобы мы все поверили. И они, и Женя, и я, чтобы у нас от удивления глаза на лоб повылазили. А? Можешь так? Если нет, то сразу лучше. Чемодан в руки, перо в задницу и... Вон, лети. Жили без тебя, выжили. И дальше жить будем. Ну, чё молчишь-то? Говори. Слушаем вас, Иван Демидович. Ну... Может, хоть руки развяжешь, прям как на допросе. А ты на допросе есть. Давай. Давай, выкладывай. Ну, был в плену, сбежал. Партизан нашел, партизанил. Потом, когда отряд разросся, года через полтора, нам радистку прислали. Слава Господи. Посылка, что ли? Зачем? Самолет. И вот я с ней. Всю войну с ней. И в Германии. Вот так вот, Саня. Виноват перед тобой. У ней пацанка, дочка с бабкой в Угличе. Решили так. Война кончится, она к себе в Угличе, я к себе на Урал. А не получилось. Бабка умерла, дочка потерялась. Поехал с ней помочь найти. Думал, быстро вернусь. 2 года искали. Нашли? Нашел. В 47-м сразу как мать померла. А что с ней? Израненная вся. И ног у ней не было. Подорвалась в Берлине. Сразу после войны. На себе ее таскал. Почти 2 года с бабами в бане мылся. Пускали к себе женское отделение, чтобы ее помыл, заодно сам. Что-то мне такие хорошие люди всю жизнь попадаются. Хотел написать, все время хотел. А как? Разве ж в письме объяснишь? Все откладывал, думаю, завтра напишу, поздравлю с чем-нибудь. Потом гляну, матч, да, 3 года как война кончилась, уже 5. Я все пишу. Сядь. Сядь на место. Даю вам времени до утра. Утром приду, кого застану, с тем и буду жить. Чего хотите обо мне думаете? Разбирайтесь. Если обижать будете друг друга, оба идите к черту. Пошли.
выпиваешь? Редко. По праздникам. Я тебя сильно не зашиб, не обижаюсь. Ладно, ничего. Не сердись. С немцем также рычал. Я маленько посильней. Еще сильней. Его Кондрате не хватил. Был момент. Иначе мы с тобой не лелякались. Полюбил Шурку, что ли? Она хорошая. Хватит, Иван. Петру вез. Возьмешь, возьми. Спасибо. Тебе спасибо. За наших. Посидим немного. Немного посидим. Кока, всю ночь сидела. Я смотрю, постель даже не тронута. А мы так и знали, что ты здесь. Какая все-таки у нас речка красивая. Сверкает вся. Прям как мать сказала, как Соня, но страшно даже. Прям мурашки. Сильно похоже сказала. Крестная, а ты бы кого хотела, чтобы остался? Не знаю, кого Бог даст. Дядя Римус хороший. А Иван плохой. Утро уже. Иди, там ведь ждет тебя кто-то, но... Подождет. Посидим еще. Не бросайте меня. А то поджилки трясутся, как у девки перед свиданкой. Однако сейчас новую речку организуем, новую часовую наревем. Я комарок. Ну все, все хорошо, хорошо. Дальше рыдать запрещается. Все, вон петухи, слышите, поют. А мы что? Сань, давай споем. Вань, давай про туманы. Туманы я